Злоупотреблений со стороны управляющих компаний ТСЖ должно стать меньше. Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил правила по управлению многоквартирными домами, обязывающие коммунальщиков согласовывать каждый свой шаг с жильцами, а также регулярно предоставлять им отчеты о проделанной работе. Чем управляющая компания должна заниматься, отныне указано четко и ясно. Как говорится в документе, каждое свое действие, будь то заключение контракта с ресурсосберегающими организациями, проведение ремонта или повышение платы, управляющая организация должна в обязательном порядке согласовывать с жильцами, проведя общее собрание. Кроме того, коммунальщики отныне должны регулярно отчитываться перед жильцами о проделанной работе. Следить за соблюдением этих правил будут государственные жилищные инспекции и Роспотребнадзор, куда людям можно пожаловаться на свои управляющие компании. Злостных нарушителей ждет штраф или лишение лицензии.